канале это такой Стэд Студио. Извиняюсь за телек, то, что он на заднем плане, потому что без телека мне одиноко, извините. Не знаю, почему я первым видео не сняла трейлер. Как неудобно получилось. Но не суть. Я хочу рассказать, что я буду снимать на своем канале, хоть уже и первые видеоролики вышли. Я буду снимать такие видео, как типа людей, что если, обязательно какие-нибудь сериалы, не знаю, с такой задумкой, либо романтической, либо трагичной, я даже не знаю. Так, извините, я маленько отвлекаюсь, у меня просто за окном чувак на катере катается. И нет, я живу не в Майами и не в Новой Зеландии. Я живу в Подмосковье. Привет, дом напротив, как дела? Также я буду снимать теги, если ко мне в голову придет какая-то оригинальная задумка сборки вопросов. Естественно, я буду проводить прямые трансляции и буду снимать всякие полноценные клипы и просто мини-клипы. Возможно, сегодня выйдет одно такое видео, но... А смогу ли я его смонтировать? Мне еще это придет смонтировать. Ой, боже мой, я умру. Вы знали, это видео я снимаю в 3-4 часа. Я даже не смотрю на время. Я вообще на него не смотрю. Потому что у меня сегодня выходной. Это видео вы стопудово сегодня увидите. Обещаю. Если вы увидите его не 1 августа, то, не знаю, закидайте меня тапками. И, ну, пожалуй, на этом все. Может, конечно, еще что-то буду снимать. Ах, да, точно, анбоксинги. Проще говоря, распаковки посылок. Как вы уже заметили, у меня появился новый пэт. И не один, у меня еще появилась фламинка, но она далеко-далеко. В 3 метрах от меня. Они не снимались в моем, так называемом, эстетичном клипе. На песню You Text. Да. А мне лично не очень понравилось, потому что у меня, вот даже сейчас, у меня просто, ну, съемщик, даже не знаю, как назвать, где я снимаю клипы, он просто не хочет фокусироваться, вот даже сейчас. Ненавижу. Может, я еще буду снимать, как я что-то рисую, но это вряд ли. Ну, вряд ли. В общем, надеюсь, вы подпишетесь на мой канал. Перейдите по разным ссылкам в описании, если вам хочется со мной общаться, что-то узнать обо мне больше. Может, даже взять у меня номер телефона, почему бы и нет, потому что публично, ну, просто на мой канал может зайти любой левый чувак. Прилично я его рассказывать не буду, поэтому если какой-то мой подписчик, подписчица, зайдет в ВК и спросит у меня номер телефона и подтвердит то, что да, я твой подписчик, ла-ла-ла, то, ой, бог ты мой, женщина за рулем стопудово разъехаться никак не мог, то я вам, может, и дам свой номер телефона. Вы сможете мне позвонить по WhatsApp, по Viber, ну, в общем, все. Также есть и в мюзикле, но это уже слишком контактно, слишком лично, поэтому, может, я, опять же, ВК вам расскажу. У меня есть Тамбур, Твиттер, возможно, они уже есть в описании, обязательно проверьте. И что ж, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, будете со мной общаться, поставьте лайк. И всем пока!